Любое событие, будь то политическое, общественное или культурное, сейчас начинается именно с этой незатейливой процедуры. Так встречают каждого приходящего на 6-й стационарный участок переписи населения, что расположен в Заинске во Дворце культуры «Энергетик». Здесь в переписи населения принял участие глава Заинского района Разиф Каримов. Скажите, пожалуйста, где вы проживаете? Проживаю город Заинск. Место рождения, жительство, прописка, занятость – вопросы жизненные, понятные каждому. Но именно ответы на них смогут показать по результатам переписи общую картину жизни в нашей стране. Последний раз перепись проходила 11 лет назад. И за эти годы в стране произошло более 100 миллионов демографических событий. Будем знать, какое количество людей у нас в самом деле проживает, какой национальности, каких, значит, вероисповеданий, сколько у них, значит, детей, какие национальности, как, где они работают, чем живут. Вот поэтому эти данные особо важны. На сегодняшний день в Заинском районе приняли участие в переписи населения более 70% жителей. Всего организовано 16 стационарных пунктов, где это может сделать каждый. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Заинска.